И как давно ты начал писать о нас? Он просто жил для себя. Но все перевернулось. Люблю тебя. Останься. У Хардина столько демонов. Я была молода, влюблена и напугана. Но он пытается стать лучше ради меня. Я постоянно тяну тебя на дно, Тесс. Это нечестно. Не знаю, сколько еще смогу пытаться спасти его, не потеряв себя. Нам нужно побыть порознь. Нельзя убежать от себя, просто переехав в другой город. Идут торги за права. На мою книгу. Я не хочу, чтобы люди читали про мою жизнь. Про нашу жизнь? В чем смысл наших страданий, если их нельзя обратить во что-то полезное для других? Она о прощении и о безусловной любви. Вот о чем на самом деле после. После? Это мой путь после встречи с тобой. Понимаешь это? Поэтому лучше беги! Ты бросил ее, когда был нужен, и сейчас ее губишь! После. Долго и счастливо. Хочешь отнять у меня остатки самоконтроля? Даже не представляешь, как. В кинотеатрах с 25 августа.